Всем привет, с вами снова Атлантис 3570, и сегодня очередной выпуск журнала Танк Тигр 91. Сегодня мы будем с вами собирать уже внутреннюю гранство ванны танка, даже с установкой рулевой системы. А, получается у нас, да? Да, и двигателя. А, сборка будет производиться практически 100% деталями, кроме одного, но не хватает одной деталюшки. Это вот эта вот педаль газа, скорее всего, у нас, да, получается. Просто она не была прокрашена. Я ее сейчас поставить не могу, но она есть, ее потом поставлю. Вы помните, это не первый раз, когда некоторые детали у меня не прокрашены. Просто где краски не хватило, где не удается их четко прокрасить. Вот тогда были детальки, которые тоже я их не поставил, потому что они были прокрашены, вот эти три черные детальки. Но я их прокрасил, поставил без камеры, чтобы, ну, вас не напрягать лишними деталями. Потом прокрашу и поставлю, может, также без камеры, может, я вам покажу. Ну, педаль акселератора как раз. Ну ладно, давайте приступим. Извините, ребят, меня отвлекли. Ну, продолжим. Так, берем вот эту вот деталюшку. Нашу устанавливаем ее сюда. Приклеиваем, конечно, по месту. Так, берем клей. И вклеиваем туда, куда она должна стоять. Детали я покрасил как раз. То, что когда мы последний раз собирали, они не были прокрашены. Теперь они прокрашены. Можно продолжить собирать. Вот так вот. Дальше мы устанавливаем рулевую колонку. Получается у нас так. Тебе надо немного подержать, что-то она. Вот так. Ну, отлично. И сам наш штурвал, можно сказать, только у самолетов он выглядит такого, а у танка Тигра он смотрится вот так вот. Так. Так, наносим клея. Чуточку поменьше, а тут что-то я слишком много капнул. Приклеиваем наш руль. Так и хочется сказать, что штурвал. Как выглядит это, ребята, вот так вот у нас. Как вы видите. Со всех сторон, можно сказать. Ладно. Так, дальше. Дальше нам надо собрать вот эти вот детали. Здесь у нас диаметр получается одинаковый, да? То есть, значит, направляющих нет. Значит, надо собирать правильно. Не перепутать. А правильно у нас получается дополнительным вырезом к низу, да? Типа вот так вот. Я понимаю. Если верить инструкции, то тут к вырезу, а тут получается как будто наоборот. Да, конечно, ладно.
Давайте это приклеим. Так вот, так вот. И вот так вот. Вторую. Мы их приклеили. Дальше у нас сборка как раз педалей. Так, берем некоторые металлюшки, которые нам понадобятся, и начинаем их устанавливать. Первым делом у нас показана установка вот этой вот детали. Давайте ее приклеим. Так, у нас по направляющей. Хочу ли это выглядит у нас вот так вот. Немного криво выступил. Мы сейчас уберем. И все у нас будет на мази. Теперь основные педальки сейчас поставим по месту и будет весело. Здесь следы от литников остались, просто я их на литнике красил, и осталось, ну, потом это все подкрасится. Ну и можно даже так, как потертости оставить. Такая вот у нас получилась маленькая конструкция, к сожалению, без одной педали. Но, ребят, я говорю, она не покрашена, серую мне ставить не хочется. Я ее обязательно потом прокрашу, и вы это все увидите. Вот, блин, колесом журнал порвал. Тесно, блин, тесно. Так, у нас получается... Ага, теперь уже основная сборка. Так, берем эту ванну. Так, нашу с ходовой частью, с катками. И начинаем устанавливать. Так, у нас устанавливается она как? На это, значит, отсюда. На это отсюда. Вот эти выемки у нас для вот этой вот оси, скажем так. Чё ж ты скрипишь? Так, ну ладно, давайте. Ну, конечно, все-таки, знаете, если была бы здесь система с катками сделана намного получше, если они были настолько кривыми бы, я бы собрал бы из этого танка какую-нибудь радиомодельку бы. Потому что просверлить здесь, поставить, допустим, редукторы, движки и получить вот такой даренный железный танк, это было бы вообще здорово бы. Лучше любого китайского пластмассового. Но он, к сожалению, имеет отстойные сделанные катки качества. Ну и плюс, конечно, он на клею. Это не очень весело, если на что-то впечатается, допустим. Все-таки танк Т-34, он немного получше сделан. Там, конечно, везде одни болты торчат, как я уже говорил. Но зато он хотя бы более, скажем так, надежно смотрится. Думаю, может, даже и сделаю из него радиоуправляемую модельку. Так. Вот мы с вами поставили эти две деталюшки. Не могу я, конечно, развернуть вам той стороной, разверну этой. Вот так вот, что просто места недостаточно. Так. А куда у нас эта деталька ставится? Она же тоже была здесь. Так, так, так. Ага. А, вот куда, я ее слегка пропустил. Извиняюсь, ребят. Сразу начал с рулевой системы, а оказывается, первым делом надо было поставить вот эту вот детальку.
Так, она у нас устанавливается вот сюда вот. Должна вставляться. Оп. И вынаться только из-за слоя краски или из-за того, что она так была нанесена. То есть нанесена прорезанное отверстие. Вставляется она немного, скажем так, хреноватенько. Но зато можно даже без клея держать ее. Так. Вот отлично. Вот как раз недостающая деталюшка, ребята. Как раз, которую я пропустил. Ладно, теперь у нас так здесь было. Катюшки. Да? Так. Дальше у нас идет установка рулевой системы. Типа передаточная часть у нас. Так она как-то не очень совмещается. Должна быть лучше совмещаться. Более-менее. Так, значит, это мы с вами клеим. У нас тут вот направляющие такие две штуки. Это не прикручивается, а приклеивается. Наливаем клея. Штатив задел. И сажаем на свое место, вставляем их. Да, это не так уж, оказывается, легко, как кажется. Так, у нас давай вставляйся в пазы. Кажись, стало как-то ощущение, как будто стало криво. Да, стало как-то криво. Ну, криво встает, я не понимаю. Так, и все две направляющие, она встает криво. Ну, значит, очередной брак. Ладно, еще раз клею, а то он уже начал. Значит, очередной брак конструкции. Немного подержим. Так, и последний у нас это двигатель. Вот такая вот у нас крышка собранная. Я думаю, вы помните. Не достает небольшого участка. То есть, ну, он есть, но вот он. Все от него детальки. Что помните? Только они. Если надо белой краской покрасить. По-моему, серебряные, да, я уже не помню. Здесь не видно. Так что еще и не покрасил, но я обязательно покрашу, вы это все увидите тоже. Здесь будет несложно ее потом поставить. В основном у нас устанавливается двигатель. Вот, ребят, меня немного отвлекли. Теперь у нас, что это все собрано. У нас стоит двигатель. Я его пока что буду приклеивать, поскольку неудобно будет потом устанавливать этот бак. Думаю, это не критично. Все равно он стоит на своем месте, где должен. У нас есть теперь рулевая система вместе с гидравликой, с радиостанцией, со всеми приборами. Там он. Педали, не хватает только одной педальки, но я ее потом поставлю, это не проблема. И все, уже мы собрали с вами что-то новенькое. Уже внутренности пошли в ванны. А, так,
на этом все. Это был 91 выпуск. Так что, ребята, на сегодня пока что все. Посмотрим, может, я еще что-нибудь соберу попозже. Просто сейчас дела, надо немного убегать по делам, скажем так. Так что будет время, еще что-нибудь сниму. Сегодня будет время, сниму как-нибудь попозже, когда будет. Ну, так что на этом все, ребята. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что всем счастливо, пока и до встречи.